В День России на площадке возле ЦУМа можно было увидеть выставку мотоциклов байкерского клуба 99%. С каждой минуты желающих сфотографироваться, сидя на железных конях, только прибавлялось. Даже дождливая погода не испортила настроение берчан. Красиво, все здорово. Настроение отличное. Погода сегодня не портит впечатление. Нет, нормально. Настроение в душе самое главное. Помимо фотосессии, всех желающих байкеры с ветерком прокатили по площади на своих мотоциклах. Другие показывали трюки. Здесь можно было увидеть как членов байкерского клуба 99%, так и просто любителей мотоспорта. Движение клуба, по словам организаторов, включает в себя пропаганду безопасности среди участников дорожного движения, организацию мотопробегов, фестивалей и других мероприятий. Сами байкеры признаются, мотоцикл занимает большую часть жизни. С детства это даже не увлечение, это, наверное, скорее всего, болезнь. То есть без этого никак. Это все. От и до все, то есть отдаешься ему, потому что это... Главное понять, это неописуемое удовольствие просто. Ничего не сравнится абсолютно. Напомним, 3 года назад бирские мотоциклисты пополнили ряды байкерского клуба 99%. В то время в нашем городе было порядка 50 любителей быстрой езды. Сейчас же их вдвое больше.